В Новополоцке прошел штаб по реконструкции Калининского моста. Его демонтаж строители планируют завершить до конца года. Установка металлических конструкций планируется уже в следующем году. Что касается функционирования понтона в зимнее время, то если начнется ледоход, переправу на некоторое время разведут. Белорусская железная дорога с 27 декабря по 9 января назначила 67 дополнительных поездов, а также увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщениях. Поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам из Минска в областные центры и не только. Для продолжения раскопок на верхнем замке в Полоцке и защиты археологов от дождя и холода возводится металлический арочный навес. Поверх него натянут тент. Всего будет смонтировано 10 арок для временного укрытия высотой 6 метров и шириной 17 метров. Также будет решен вопрос с их освещением и отоплением. До 22 декабря Музей истории и культуры Новополоцка принимает работы от учащихся школ и жителей города на конкурс елочных игрушек «Новогодний цуд». Состязания проводятся в трех номинациях. Работы могут быть выполнены из любых материалов и в любой технике. Главное, игрушка должна быть не меньше 10 сантиметров. Итоги подведут 18 января.